Друзья, всем привет! На дворе прекрасный вечер прекрасной среды 27 октября. По-прежнему это вертикальные новости. Я по-прежнему Алексей Форсиков. Погнали! Очень веселое объявление где-то в Ставрополе, когда очень достала теща. Номера на объявлении ставропольские, значит, точно земляк наш. Ты там держись, крепись, удачи с покупкой, вот это вот все. На Ставрополье снова настолько хорошая погода, что мы не можем не напомнить вам о том, как было год назад, а было вот так, снега завались. А что же касается нынешней недели, то до воскресенья к нам в край завезли ясные дни. Михаил Пушилин, ставропольский, очень талантливый аэрофотограф, продолжает радовать нас чудесными снимками краевого центра. Вот вам в ленту «Холодные родники». Молодой человек из Германии, судя по всему, видеоблогер, приехал летом в Ставрополь, прогулялся по городу и по Парку Победы, проникся нашей окружающей действительностью и рассказал своим зрителям, в частности, вот что. Здесь каждый может жить, как он хочет. У нас на Западе существуют стереотипы, что только на Западе можно жить свободно. А Россия – это не свободная страна. Но так рассуждать и говорить могут только те люди, которые никогда еще не были в России. А вы согласны с гостем? Известная российская низкобюджетная авиакомпания настолько успешно летает из Ставрополя в Москву, что решила открыть дополнительный ежедневный рейс с 11 ноября. Билеты уже в продаже от 2000 рублей. Что за авиакомпания, вы и сами догадались. И на прощание сами знаете что. Просто два пухлых барса, вот как я, отдыхают в обнимку. Это ежедневная милота. На сегодня все. Завтра, последний четверг октября. Увидимся.